Всем привет! Давно не было Clash Royale на моем канале, и вот, в общем, он вернулся. Давайте посмотрим на мою запись, как я открыл сундук с молнией. Итак, открываем. Хочу сказать, что шанс выпадения Леги из этого сундука очень-очень маленькая. Но мне очень сильно повезло, посмотрите. Мне выпала Лего из сундука с молнией. Внимание, видите? Да, это большая редкость. Конечно же, сильно повезло, и я теперь могу менять Лего. Оставил себе магического лучника, а дальше просто так менял. В общем, решил это я запечатлить на канале, и я вам желаю того же. Я просто в шоке от такого везения. Даже Аурум открывал у себя 100 таких сундуков с молнией. И ему ни из одного сундука не выпала ни одна Лего. Это просто, ну просто. Такое везение. У меня за всю игру это второй сундук, и мне выпало с него Лего. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале, и в дальнейшем будет поинтересней, чем сейчас.